Итак, League of Legends — это командная стратегия. Ваша цель — объединившись с друзьями, уничтожить вражеский Нексус. Это такая штука в центре базы противника. И сделать это надо быстрее, чем враги уничтожат ваш. Легко сказать, конечно, но другого способа победить нет. Поэтому перейдем к основам игры. В общих чертах дело обстоит так. Сначала нужно выбрать себе чемпиона из здоровенного списка. И не думайте, что все они на одно лицо. На самом деле у каждого из них свои способности и сильные стороны, причем уникальные. Есть здесь и стрелки, которые держат врагов на безопасном расстоянии. И храбрые бойцы, которые предпочитают сходиться с противниками лицом к лицу. А еще есть маги. Они произносят мощные заклинания и вуаля. Враг в ловушке или вообще валяется бездыханно. В общем, вы всегда сможете подобрать чемпиона под свой стиль игры. По ходу игры чемпионы набирают силу. Происходит это двумя способами. Во-первых, повышается уровень чемпиона. Когда поблизости погибают враги, ваш опыт растет как на дрожжах, и каждый новый уровень приносит вам одно очко умений. А дальше выбор за вами. Вы сами решаете, как распределить эти очки, чтобы развить все доступные вам умения. На 6-м уровне вам становится доступно абсолютное умение. Оно, между прочим, способно перевернуть весь ход сражения. Помимо этого, силу чемпиона увеличивают различные предметы, которые можно приобрести в магазине. Магазин находится на вашей базе, но за любые покупки нужно платить. В нашем случае — золотом. Его приносит убийство врагов. Купленный предмет сразу же оказывается в инвентаре, а его свойства начинают действовать на чемпиона. Когда совсем неохота напрягаться, выбирая нужный предмет, вам поможет вкладка «Рекомендованные». Там всегда найдется именно то, что нужно вашему чемпиону. Ну а когда освоитесь в магазине и станете постоянным покупателем, можно будет попробовать что-нибудь новенькое. Например, комбинации из различных предметов. Так и формируется индивидуальный стиль. Но если вдруг запутаетесь или растеряетесь, вкладка «Рекомендованные» всегда вас подстрахует. В начале игры вы вместе с товарищами по команде оказываетесь на базе. Здесь же чемпион возрождается после гибели. База — это самое безопасное местечко на карте. Здесь можно восстановить здоровье и ману, а также зайти в магазин, о котором мы с вами только что поговорили. В самом начале вам выдается некоторая сумма, так сказать, стартовый капитал. И вот здесь экономия неуместна. Лучше сразу же купить себе что-нибудь нужное. А уж когда разбогатеете, вернетесь сюда и шиканете. Купите что-нибудь покруче или улучшите то, что уже есть. Итак, вы обзавелись самым необходимым и так рветесь в бой. И тут перед вами, как в сказке, оказывается три пути. Точнее, три линии. Нижняя, средняя и верхняя. Все пространство между линиями покрыто лесом. Это опасное и темное место, в котором полно страшных чудовищ, для которых неопытный чемпион — самая лакомая добыча. Убивая этих зверек, вы получаете золото, опыт и прочие радости в виде усиления. Но учтите, ни одно чудище не собирается сдаваться без сопротивления. Так что, если вы не считаете себя прирожденным охотником и укротителем, или, например, до безумия любите животных, то лучше не сворачивайте с линии. Каждая из линий ведет от одной базы к другой. Базы охраняются мощными и опасными башнями. Чтобы попасть на вражескую базу и победить, вам придется уничтожить сначала башни, а затем Нексус. И вот это, кстати, самое сложное. Башни и правда очень мощные, и даже самому сильному чемпиону не всегда удается устоять против них. Чтобы уничтожить башню, вам придется вести себя трусливо. В смысле, разумно. В общем, оставаться за спинами миньонов. А миньоны — это управляемые компьютером бойцы, которые бездумно прорубают себе путь к вражеской базе, автоматически вступая в бой со встреченными врагами. У врагов тоже есть миньоны, и вы должны дать им отпор. Смерть вражеских миньонов приносит вам опыт, но не стоит сразу же с головой бросаться в гущу битвы, чтобы ускорить кончину маленьких злодеев. Намного важнее овладеть искусством добивания. Убийством миньона последним ударом. Тогда, вместе с опытом, вы будете получать столь необходимое для победы золото. Когда вы подходите к вражеской башне, у вас есть буквально пара секунд, прежде чем она начнет обстреливать ваших миньонов. Если вы окажетесь в зоне обстрела башни без своих миньонов, она сосредоточит огонь на вас. Поэтому не зевайте, думайте, куда
и когда идти. И еще, если, находясь около башни, вы нападете на вражеского чемпиона, она опять же сосредоточит огонь на вас, даже если рядом будут ваши миньоны. В общем, если вы хотите пробиться к вражеской базе, атакуйте башни вместе со своими миньонами. И не забывайте о вражеских чемпионах. Они ведь ничем не хуже вас. У них тоже есть предметы, умения и помощники-миньоны. И уж они сделают все, чтобы вы не добрались до их Нексуса. Зато если уж вам удастся завалить чемпиона, вы получите круглую сумму золотом. Но иногда все идет не так, как планировалось. Тут могут быть разные варианты. Вас может победить вражеский чемпион, или вы падете жертвой обстрела с башни. Как бы то ни было, возродитесь вы на своей базе, но только после того, как истечет время на таймере возрождения. По ходу игры это время увеличивается. Погибнув в самом начале игры, вы появитесь на базе всего через несколько секунд. А потом время ожидания может возрасти до 30 секунд и более. Но сильно переживать не стоит. Все предметы, золото и опыт после гибели останутся при вас, и вы даже сможете подкупить новых предметов, пока ждете возрождения. Ну и кроме того, враги тоже не бессмертны. И пока они будут ждать возрождения, вы сможете продвинуться к их базе и как следует потрепать башню. Итак, в нескольких словах смысл игры League of Legends таков. Зарабатывайте золото, покупайте предметы и пробивайтесь к базе противника. А противник будет делать то же самое, и вам неминуемо придется драться. Сочетание умений, скорости и смекалки приведет вас к вражескому Нексусу и, следовательно, к победе. После этого можно войти в новую игру и начать все сначала. Но вообще-то мир League of Legends этим не ограничивается. Помимо самой игры, это еще и обширное сообщество, где можно встретить самых разных людей. Это ранговая система, которая позволяет испытать свои игровые навыки в одиночку или с командой друзей. А еще это постоянно расширяющийся список чемпионов и даже профессиональная арена для киберспортивных соревнований, где лучшие игроки в мире встречаются в масштабных сражениях на глазах у тысяч фанатов. И все это начнется с первой же игры. Ну и чего вы там ждете? Давайте жмите уже на здоровенную кнопку «Играть».